Привет всем! Сегодня мы готовим американские пончики Donuts. Себестоимость данного рецепта менее 100 рублей, а получается вкусно и много. Погнали! Просеиваем муку через сито, чтобы тесто было нежнее и пышнее. Добавляем мускатный орех. Добавляем разрыхлитель, сахар и соль. Все это хорошо перемешиваем с помощью венчика. Так размешать для однородного состояния заметно проще. Сухие ингредиенты готовы, перейдем к влажным. Вбиваем 2 яйца. Не забудь подписаться на канале, много вкусных рецептов. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Добавляем молоко, ванильный концентрат, либо сухую ваниль. И все это хорошенько взбиваем венчиком. В жидкую часть добавляем сухую, понемногу, и перемешиваем. Если вы увидите, что тесто слишком сухое, добавьте еще немного молока. Получиться должно вот так. Берем форму для пончиков, смазываем его маслом. С помощью кондитерского мешка нам будет удобней тесто наливать в форму. Одеваем кондитерский мешок на стакан и с помощью ложки наполняем его нашим тестом. Выдавливаем форму тонким слоем. Тесто, когда будет жариться, увеличится. Украсить данные донатсы можно разными способами. Сделать молочную, шоколадную глазурь, а также из белого шоколада. Присыпать можно орехами, кокосовой стружкой. Выпекаем в разогретой духовке до 180 градусов в течение 10 минут. Вот что у нас должно получиться. Я использовал готовую глазурь. Два варианта было, как ее использовать. Первый вариант был положить теплую воду на 5 минут, затем размять руками и вылить на тарелку. Вот что у нас получилось. Давайте попробуем окунуть пончик. Глазурь плохо прилипает. Дальше в присыпку. Я решил попробовать второй способ. Положить в микроволновку. В микроволновке сразу подтаяла, она заметно больше и хорошо стала прилипать к пончику. Вот такими простыми движениями мы украсили наши донатсы. Давайте попробуем. На тарелке вы видите 1/3 часть донатсов, которые получаются по данному рецепту. Давайте их попробуем. Данная глазурь придала сладость с небольшой приятной кислинкой. Донатсы получились вкусными. Всем советую попробовать. Поддержи нас лайком. Всем пока.